Здравствуйте, дорогие земляки Пушкинца. Мы находимся в деревне Нововоронина. Это рядышком с Софриной-1. Сегодня здесь, наконец, состоятся анонсированные соревнования по лыжам, которые назвали крещенские морозы или крещенская лыжня. Ну, понятно, что сегодня не крещение и даже не морозы, потому что в день соревнований было плюс 3, и снега на полях вообще не было. Организаторы дважды проводили, переносили соревнования, и вот сегодня они наконец состоятся. Только что состоялся парад открытия. Алексей, привет. Вот я здесь вижу своего давнего товарища. Прямую трансляцию провожу, Леш. Привет. Спортивный клуб «Выбор». Да, вот Алексей Курдяков, один из участников соревнования. Леша, скажи, пожалуйста, я опоздал на парад. Что сейчас проходило? Сейчас происходило объяснение, как двигаться по различным трассам. Какие трассы, кто когда стартует? По километру, по два. Вот. И уточнялись группы участников. Ага. Я понял. Парад открытия кто проводил? Тренер спортивного клуба «Выбор». Тренер. Да. Так, я знаю, что сын твой здесь, организатор, да? Да, молодец. Общественник, очень активный спортсмен, да. Спасибо ему. Если бы не он, у нас многого бы из этого не было. Все, пойду дальше снимать. Спасибо. Вот, сними внуков моих. Да ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько километров побежите? 15, кричи смело. Дойдешь, не дойдешь, уже второе, да? Молодцы, молодцы, какая форма у вас красивая. Вы за какой клуб выступаете? Выбор. Выбор, спортивный клуб «Выбор». Вот он, посмотрите, как клуботип его. Мы же в прямом эфире портала Пушкина сегодня нас уже смотрят. Хотя приехала со столицы нашей родины. Во. Москва ездит уже в Софрино, один на соревнования. За нами будущее. Да. Везде грязь. Так, хочу найти одного из организаторов и мецената, спонсоров. Забурнягина Сергей Викторович. Там он, да? Да, наверное, там. Пойду поищу. А пока, друзья, я вам покажу организаторов. Очень много детей, потому что первые старты – это детские. Вот старт. Погода шепчет. Ну, несмотря на юный возраст участников, лыжи у всех, экипировка, амуниция очень серьезная. Олег, привет. Здравствуйте. Да-да, ты уже попал в прямой эфир, да. Почему не на лыжах? В ноги бегут? Меня записывают. Да. У меня такие похилы, что я и понял, так понял. Обгоню. Обгонишь, да. Так, хочу найти Забурнягина. Не видел? Он бородатый. Как? Бородатый. Да, да, бородатый. А, да, да. Миша, привет. Провожу прямую трансляцию. Я понял, да. Настя, привет. Настя, подожди на секундочку. Я опоздал на парад открытия, поэтому хочу у своих коллег с Пушкинского телевидения попросить пару слов. Да, Александр, потом с вами пообщаюсь тоже. Да. Расскажи, пожалуйста, что тут произошло? Да мы тоже только приехали. Тоже только приехали, понятно. Ну, написано в плане 10 часов начала. Да, мы к 10 приехали, да. Хорошо, ладно, тогда пойду. Александр Алексеевич Гришкин. Это человек, я вас познакомлю. Александр Алексеевич, мы с вами в прямом эфире, прямая трансляция портала Пушкина сегодня. Очень приятно. Вас увидят тысячи человек, да. Я, во-первых, хочу в прямом эфире поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития материально-технической базы спорта в нашем Софрино-1, метрополии. Вот. И хочу попросить рассказать вас. Вы каким-то образом участвовали в подготовке и организации? Нет, в этом году я здесь. Да, вы просто пришли как любитель. Да, любитель посмотреть. Я тоже на лыжах люблю кататься. Я здесь, когда не готовлю. Побежите, да? Я смотрю, вы сегодня в амуниции. Ну, это после того, как... После соревнований. Понятно. Да. То есть номер не получали, на медали не претендуете? Нет, уже. Понятно, спасибо. Ну, Коль, общаемся. Несколько слов про каток в Суприно-1.
Вы знаете, все с нетерпением ждут, будет, не будет в этом году. Нет, наверное, в этом году не будет. Почему? Потому что погодные условия совсем не позволяют. Да, заливать. Я так и подумал, да. Вот, а тут остается уже, ну, может, дней 20. Мы еще заливать тогда, не 10, наверное, заливать бы должны. Но я вам скажу, что у нас на территории всего Пушкинского городского округа действует один всего каток. И тот благодаря инициативной группе ребят со Звягина. Есть там Игорь Лещицын, не знаю, знакомого, незнакомого. Ну, такой же, как вы, энтузиаст, только у них там группа поддержки больше и материальных возможностей больше. И они там развернулись достаточно широко. Ну и там нет проблем с таких, как Софрина-1, что земля была не муниципальная и на баланс не поставили. Ну, я надеюсь, сейчас. Да, у них там и раздевалка с подогревом, там мечтают они морозильные установки, чтобы лед у них там был искусственный. Ну, конечно, может быть, когда-нибудь и в Софрина-1 это будет, да. Так что в этом году, наверное, с катком у нас. Ну, все, спасибо, пойду попробую показать подписчикам нашей группы старт самых юных участников. Так, секундочку. Одна минута. Напоминаю, стартует девушки 2013 года рождения. Девушки 2013 года. Девушки 2013 года. Обалдеть. Все, пошли сердечки, лайки. Мы в прямом эфире Павлика Пушкина сегодня ВКонтакте. Все строго, видите, выравнивают по линии. А это, наверное, мамы участников соревнований, да? Да, девушек, с какого 13-го года рождения? И младше. И младше, да. Да, вот там крайняя, даже палок, по-моему, не нашлось такого нужного размера, да? Так. Попробую. Сюда интересно, до меня добегут они? Да. 15 секунд. Так, сейчас у нас стартует. Ой-ой-ой. 5, 4, 3, 2, 1. Марш! Поехали! Так, вот уже лидер. Ура! Красавцы! Категория 2013 и моложе, девушки! 2013 и моложе. Что так тихо? Ой-ой-ой. Вот с этим участником соревнования, по-моему, даже я добегу до финиша. Ой, как зовут тебя? Алиса, сколько лет тебе, Алиса? Год и семь. Мама, скажите, первый раз на лыжи стал ребенок? В этом году даже, да? А когда же она первый раз стала? Недели две назад. Сколько лет тебе, Алиса? Год и семь. Самый юный участник соревнования. Спасибо. Можно два слова? Мы в прямом эфире портала «Пушкина сегодня». Нас посмотрят тысячи жителей не только Пушкинского городского округа. Несколько слов о соревновании. Сколько участников? Первый раз, не первый раз? Значит, проводим вторые Крещенские морозы. Это вторая лыжная гонка на нашей земле. Соответственно, участников у нас 90. Здорово. Собралось. Да. В том году у нас, в принципе, проводилось на, соответственно, стадионе за школой, потому что снег, в принципе, не позволял. Да, я был на тех соревнованиях. Поэтому в этом году, соответственно, слава богу, природа позволила нам, над нами. Соответственно, подготовили трассу и проводим вторые наши соревнования. Всех ждем всегда на нашей земле. И представьтесь, пожалуйста. Николай Михайлович Белоусов. Николай Михайлович Белоусов. Тренер, да? Да, тренер спортивного клуба. Тренер спортивного клуба «Выбор» Николай Белоусов. Спасибо. Ну, всех ждем на соревнованиях. Следите за афишами. Ну, а также хочу сообщить, что сегодня стартовал 10-й юбилейный фестиваль Кубок Николая Японского. Соревнования проходят в Пушкино, в Дворце спорта Пушкино. Сегодня, 1 февраля, там целый день будут проходить соревнования по карате. Самые массовые, самые интересные по видам спорта. И по представительству будет 7 февраля, тогда состоится торжественное открытие. Приглашаю всех. Живите спортом!